Ну что, мои хорошие? Значит, наша команда сегодня очень сильно хочет победить. Да, несмотря ни на что. Значит, но сделать это мы хотим честным путем. Поэтому ни в коем случае не будем выпрашивать победу. И уж тем более давить на жалость. Подождите! Ну что это за женщина? Саша, не нервничай. Просто так совпало, что мы шли по подземному переходу и чисто случайно встретили эту женщину, которая мечтает играть в оркестре у Сергея Жилина. Но он ее не берет, а мы ее приютили, потому что мы Павел Павлович, а не Сергей Сергеевич. Да? Ну ладно, пусть играет. Просто мне кажется, что это нечестно, то, что мы давим на жюри. Ребята, ребята, смотрите, кого я здесь чисто случайно нашел. Она сидела на крылечке и скулила от голода. Ну и что ты ее на сцену вынес? Сейчас все подумают, что мы хотим сыграть на их чувствах. А что ты предлагаешь, Саша? Унести этого песика обратно на улицу, чтобы он там умирал? Да! Господи, как честно! Ребята, ребята! Я тут шел за кулисами и чисто случайно встретил детей, которые пришли пешком из Хабаровска. Они хотят спеть с нами. Тёма, ты серьезно? Ну использовать детей в КВН это вообще нечестно. Согласен. Ладно, ребята, уходите пешком обратно в Хабаровск. Подождите. Ладно, пусть поют. Мы из Хабаровска пришли к вам босиком. А это 7000 километров. Все, чего хотим, взглянуть разок на честную Павла Павловича победу. Дяденька, дяденька, у нас ножки слабенькие. Можно мы на коленочках постоим? Ну, конечно, можно, девочка! Конечно, можно! Кто я такой, чтобы отказывать детям? Только подождите, поднимите вверх свои кулачки и пригрозите жюри, чтобы они не подумали, что мы выпрашиваем у них победу. Эх, ребята, у вас слишком маленькие кулачки. Возьмите две ладошки, сделайте один большой кулак и пригрозите им! Да вы что, издеваетесь? Но это точно нечестно! Господа, в этом зале такая теплая атмосфера, что мне стало жарко. Не поддержит ли кто-нибудь мою шапку? Тетенька, давайте я подержу. Да вы что творите? Вот это все вообще нечестно! Вадим, ну хотя бы вы им скажите, что так побеждать нечестно! Здесь решает не ведущий, а жюри. Я не могу помочь вам, но четверку пусть поставит тот, кто не любит КВН. Вы что, серьезно? Вы даже ведущего подговорили? Но это вообще нечестно! Нечестным было бы, Саша, если бы он спел неправду. В общем, дорогие друзья, мы уверены, что нас сегодня оценят справедливо. Потому что мы стоим на сцене и смотрим в глаза самому честному жюри в мире. Саша, это неправильно! Неправильно, что из всего Хабаровска только мы смогли увидеть самое честное жюри в мире. Его должны увидеть все хабаровчане. Идите, идите все сюда! Смотрите на них! Смотрите в их глаза! И теперь, когда весь Хабаровск смотрит в глаза самому честному жюри в мире, мы готовы спеть наши финальные строки. Что стало в мире всех светлей. Шути,
Команда Пал Палыч, мы играли честно, а вы уже решайте. Судьи вы или люди?